Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами снова Виз. Мы сегодня как будем опять же играть с Кайварс, и я вам расскажу читы и всякое такое. И как я отношусь к читерам, и как я... Может быть, я даже играю с читами, чего... Ну ладно, приступаем к видео. Так, у нас уже началась капка. Я сейчас расскажу про читы. Читы — это не очень круто, и вообще они просто убивают компьютер. Но к читерам я отношусь плохо, потому что просто бред играть с читами, и просто... Типа... Это просто бред играть с читами, и я вообще никогда просто никогда не хотел бы, ну, когда я играл с читами, то почти все, можно сказать, мы уже играли с читами, но, блин, вот еще закрылся. Ладно, переходим. Я сейчас расскажу, переходим к другой катке. Чуваки, мы уже перешли к другой катке. И мы закрылись, ну, потому что захотелось. Как меня всегда крысят, так никак. Нормально. Бомбит. Ладно. Ну, например, я играл с читами очень давно. Ну, года 2-3 назад. Нет. Ой-ой-ой. Тяжело. Да. Ну вот. Играл я с читами, играл. Давно. Очень давно. Сейчас убежим, ну вот. Играл давно, я считаю. Так и играл. Ну, чуваки, ну так. Так, мы один на один остались. Это я просто... Блин. И, короче, читы. Я отношусь к читерам очень плохо. Кстати, я играл очень давно с читами. Как опять... Говорю, я никогда никому не хотел, не хотел это сказать, но я играю с читами. Ладно, шучу, я не играю с читами. Это рофл, ладно. Допрыгнул? Это профессионал. Ой, у него яблоко, он под яблоком. Жрём. Ладно. Ну, чуваки, давайте уже будем идти прощание. Чуваки, вот такое короткое видео у нас получилось. Если вы хотите продолжение, как я отношусь к читерам, и вообще их недолюблю. Кстати, РП будет после 3 лайков, когда вы их наберете. Ссылочка. Вы сможете его просто легко скачать. Ну ладно, чуваки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока!